Праваслаўны вербны кірмаш праходзіць у сталіцы. Напярэдадні вялікай дня выстава аб'яднала прадстаўнікоў 120 манастыроў і прыходаў з Беларусі, Расіі, Сербіі, Украіны, Ізраіля і Грэцыі. Паломнікі прывезлі ў беларускую сталіцу абразы, якія найбольш шануюць вернікі і вырабы манахаў святых мясцін. На кірмашы можна набыць упрыгажэнні і стравы да святочнага стала. Дзецям прапаноўваюць паўдзельнічаць у майстар-класах. Товар, скажем так, необыкновенный. Монахи молятся, делают своими руками. Техника иконописи, она у них отцов возрождена где-то около 10 лет назад. Они называются эти иконы под старину. Ну, я просто демонстрирую икону Великой Святой, которую знает вся Россия и Беларусь, это Блаженная Матрона Московская. Такие иконы очень ценны, потому что монахи, которые пишут эти иконы, они соблюдают пост. То есть такая икона, она как бы как сгусток некой божественной энергии, которую человек носит в свой дом. Хотелось бы пригласить на специальную программу, которая ежедневно проходит «Задай вопрос священнику». Эта программа начинается в 14 часов, где можно в приватной беседе со священнослужителями обсудить какие-то вопросы духовной жизни, задать личные вопросы. Присутствует стенд багетной мастерской, где все желающие могут на протяжении выставки оформить свой домашний иконостас. Наведвальнікі выставы ўпершыню бачаць 3D-мадэль свята Богаз'яўленскай царквы ў Мінску. Праваслаўны храм стане першым у Беларусі, тэрыторыю якога здобяць арт-аб'ектамі на біблейскія сюжэты і дзіцячай пляцоўкай у выглядзе каўчэга.